Миллиард долларов убытков для Украины только в этом году. Вот такова лишь часть цены поспешного присоединения Киева к экономическому пространству Евросоюза. В Киеве недовольны ограничениями со стороны России. Хотят подать две жалобы в ВТО. Россия была вынуждена ввести защитные пошлины на границе с Украиной, когда туда потоком хлынули излишки производства из Европы. Еще одной мерой стало ограничение транзита товаров с Украины через нашу территорию. Зачастую они просто растворялись на просторах нашей страны.